Всем привет! В этом видео будем лепить куклу Поппи из игры Poppy Playtime. Мы не будем делать прям такую же куклу, как в игре. У нас будет она в формате чибика или нандроида. Простая, чтобы мог слепить ее каждый. Для этого берем белый пластилин, добавляем туда немножко розового, немножко оранжевого, чтобы получился такой телесный цвет. Все это хорошенько разминаем, отделяем кусочек для ручек и скатываем все это в шарик. Это у нас будет голова нашей куклы. Начнем с носика. Носик мы не будем отдельно делать, мы просто обозначим его двумя маленькими ноздрями, как в японских аниме. Затем делаем ротик. Из красного либо оранжевого пластилина делаем ромбик, вот таким образом, и верхнюю часть ромбика надрезаем, вот так вот. И затем прикрепляем все это на голову под носом. Теперь делаем глазки. Берем белый пластилин, скатываем два шарика, прикрепляем их. Затем берем два поменьше шарика голубых, это радужка будет у нас. Тоже прикрепляем прямо в центр. И два маленьких черных зрачка прикрепляем в самый центр глазиков. Затем делаем реснички нашей кукле. Для этого много маленьких черных кусочков скатываем в палочки и прикрепляем их над глазками. Можно по 3 реснички сделать для Поппи. Можно по 4, по 5. Мы сделаем по 4 реснички. И 2 длинных колбаски, тоненькие-тоненькие, прикрепляем над глазками. Это у нас будут брови. Затем сделаем волосы. Оранжевый яркий пластилин разминаем. Разделяем его на 3 больших куска и 1 маленький. Один из больших кусков расплющиваем в круглую лепешку. Прикрепляем ее сзади, вот таким образом, как будто это шапочка. Это основная часть волос будет. Затем из маленького кусочка делаем челочку, спадающую на лоб. И из 2 оставшихся больших кусков делаем косички. Не косички, а хвостики. Для этого их складываем вот в такую форму и прикрепляем сбоку. Ушки мы делать не будем. У нас подразумевается, что ушки будут за волосами, спрятаны за хвостиками. Так, голова готова. Теперь будем делать туловище. Для туловища нам понадобится голубой, светло-голубой, синий и белый пластилин. Чтобы сделать светло-голубой, разминаем белый и маленький кусочек синего. Либо побольше кусочек голубого возьмем. Все это скатываем вот в такой конус и делаем его в форме груши. Затем берем синий либо голубой пластилин, делаем из него длинный тоненький поясочек и прикрепляем его по периметру туловища в том месте, где из узкого переходит в широкое. Затем добавим снизу еще к платью широкий ободок и увеличим немножко туловище нашей куклы. Для этого берем синий либо голубой пластилин и делаем из него большую лепешку. Прикрепляем ее снизу. Затем берем белую длинную колбаску и прикрепляем ее на стыке между вот этим синим и голубым. Расплющиваем и делаем по всему периметру вот такие вот надрезы. Осталось добавить еще бантик. Для этого берем 2 маленьких голубых или синих шарика, делаем из них треугольнички и прикрепляем сверху на груди куклы Поппи. Большой синий бантик. Нам достаточно будет 2 треугольничка и 2 маленькие полоски, свисающие из центра. На платье у куклы, конечно же, больше элементов, но мы же делаем простую куклу, такую, которую сможет сделать каждый. Берем 2 маленькие полоски, прикрепляем их к бантику. Дополнительно можно еще сделать вот таким образом, кругленьким кончиком ножа, такие вот оборочки на платье. Теперь делаем ручки. Берем синий пластилин, делаем из него вот такие вот конусы и острым кончиком прикрепляем к туловищу. Затем берем голубой пластилин, с которого у нас основное платье состоит. Делаем из него колбаски, это ручки с рукавами голубыми, прикрепляем их к синим рукавам. И кисти рук сделаем в виде маленьких белых шариков. И затем прикрепляем сверху голову нашей куклы. Так как голова большая, нужно прикрепить так, чтобы она случайно не упала. Я прикрепил сразу, можно дождаться, когда подсохнет туловище, чтобы оно не было мягким, и прикрепить попозже. Вот такая получилась кукла из игры Poppy Playtime. Очень простая, и сделать ее сможет каждый. Всем спасибо за лайки, просмотры и подписки. Пока-пока.